ближайшее время в системе здравоохранения произойдут кадровые перестановки. На территории города Череповца работают два очень важных учреждения здравоохранения. На мой взгляд, ведущих – это медсанчасть «Северсталь» и городская больница номер один. Городская больница номер один возглавляется Феликсом Михайловичем Фарбером. Я хочу сказать, что это очень опытный руководитель. Он профессионал не только как управленец, как и врач-невропатолог. И в ближайшее время Феликсу Михайловичу будет предложена новая должность. Его опыт нужно использовать. Тем более, что с приходом в эту городскую больницу существенно изменилась ситуация. Начались ремонты, которые идут достаточно удачно. Удалось стабилизировать кадровые вопросы в этой больнице, закрепить людей. Поэтому вот Феликс Михайлович, как опытный руководитель, очень важен для нас. И в ближайшее время мы ему предложим новую должность. Но поскольку первая городская больница, на мой взгляд, является основным лечебно-профилактическим учреждением системы здравоохранения города Череповца, которая оказывает скорую и неотложную медицинскую помощь не только для жителей города Череповца, но и для близлежащих районов, жителей близлежащих районов, очень важно, чтобы ее возглавил перспективный руководитель, очень, на мой взгляд, тоже инновационный руководитель. Нужно несколько, может быть, иначе пересмотреть и что-то новое внести в развитие этой городской больницы и также в управление ею. Поэтому мы обратились к компании АО «Северсталь» с предложением возглавить данную больницу. Андрей Геннадьевич Пулин. Вы понимаете, что успех этого лечебного учреждения, МУЗ, медсанчасть «Северстали», связан с одной стороны, и только с одной стороны, с тем, что «Северсталь» инвестирует существенные деньги и в оборудование, и в лечебный процесс. Другая часть успеха этой компании, этого лечебного учреждения, точно связана с вкладом, который внес в ее развитие Андрей Геннадьевич Пулин. Очень талантливый человек. И как организатор, и как личный врач, который практикует до сих пор и будет практиковать еще долгие годы. Мы считаем, что действительно этот переход, хоть и будет для нас в известной степени тяжел, потому что готового преемника мы так вот не были готовы заменить, но тем не менее мы идем на это для того, чтобы помочь городу, помочь всем горожанам развить до уровня медсанчасти «Северсталь» первую городскую больницу. Очень надеюсь, что мой опыт, бесценный опыт, приобретенный в медсанчасти «Северсталь», опыт работы в партнерстве с крупной металлургической компанией по развитию добровольного медицинского страхования, по развитию лечебно-профилактической диагностической помощи металлургам, жителям города и области, пригодится и будет востребован в городской больнице номер один. Конечно, учреждения отличаются друг от друга, но я хорошо знаю городскую больницу номер один. Знаю коллектив, может быть, не в такой степени, конечно, как медсанчасти «Северсталь», но тем не менее в этом городе я работаю уже больше 20 лет. Как сосудистый хирург я неоднократно контактировал с коллегами из первой городской больницы, как главный хирург города Череповца в свое время. Я надеюсь, что мой опыт и наработки, которые нам удалось совместно с компанией «Северсталь» осуществить в медсанчасти, они пригодятся в городской больнице номер один. И очень надеюсь на то, имея слаженный, трудоспособный коллектив городской больницы, который работает в весьма непростых условиях, и именно потенциал этого коллектива разовьется и будет работать на благо, как и сейчас, города Череповца.